Приветствую вас, и вы знаете, вот я прочитал ваш вопрос, и, во-первых, сразу хочу сказать, что поступать так или нет, решать вам. То есть я не могу, да и никто из экспертов не может вам говорить, что вот так поступать правильно, а так поступать неправильно. Это неэтично. Поэтому вы сами решайте для себя, как вы будете поступать. Я могу только проанализировать ситуацию и дать какую-то рекомендацию по ней. Значит, во-первых, ваш прием действительно может как бы возыметь эффект, но очень многое зависит от самого мужчины. То есть, если мужчина достаточно широких моральных взглядов, если он не посчитает это, например, вульгарностью, не посчитает, например, это элементом легкого поведения, если он, например, не подумает, что вы так пытаетесь привлечь внимание не только его, но и вообще всех мужчин, что вам нравится такое внимание, тогда это хорошо. Но если мужчина подумает, или если есть вероятность того, что мужчина может так подумать, то это вам только лично навредит. Мужчина увидит, что вы так делаете, посчитает, что вы пытаетесь вызвать у него ревность. Мужчины, они такие существа, видят повод для ревности там, где его нет. И это заденет его самолюбие. И в итоге вы вызовете совершенно обратный эффект. Поэтому, пожалуйста, подумайте для начала о том, как мужчина отреагирует на то, что вы сделали, на то, что вы собираетесь сделать. Вы же его знаете, вы же более-менее в курсе его, как бы, ну, кто он, да, и так далее. Вот на это внимание обратите в первую очередь. Далее. По поводу других способов. Надо сказать, что здесь, наверное, вам лучше помогут женщины, потому что все-таки мужчины вряд ли могут сказать, какие принципы соблазнения более эффективны. Кроме того, это несколько иная область, это не область психологии, на мой взгляд, как таковой. Вот. Но, тем не менее, я попробую. Раз уж отвечаю на ваш вопрос, попробую дать свое видение того, что вы можете сделать. Значит, сексуальный интерес мужчины можно вызвать, если вы, например, положите руку на колено. Сексуальный интерес мужчины можно вызвать, если вы, например, вот в том же платье, находясь рядом с ним, четко осознавая, что он вас видит, позволить ему слегка подняться, и после этого как бы достаточно резко, поспешно его отдернуть вновь. То есть это привлечет внимание к вам, мужчина. Будет неплохо, если вы изобразите, что вам жарко, и немножечко как бы приподнимите платье, чтобы он видел, например, разрез, если таковой есть. Будет неплохо, если вы как бы дадите мужчине ощутить аромат своих духов, то есть если вы будете к нему достаточно близко находиться.
Вот это такие, безусловно, примитивные, на мой взгляд. Но примитивные почему? Потому что, честно скажу, как мужчина, я могу дать вам ответ на этот вопрос. Значит, это таким образом вы сможете добиться своих целей. Может быть, вам достаточно будет просто наклониться вперед, разговаривая с мужчиной, чтобы он видел, опять-таки, разрез вашего платья. То есть сексуальный интерес можно как бы пробудить достаточно простыми поведенческими моделями, без такого целенаправленного, без такого явного, очевидного поступка. Например, вы можете специально уронить там свою сумочку или что-то из сумочки, например, губную помаду, и, находясь к нему спиной, наклониться за этой губной помадой. При этом вы четко, опять же, знаете, что он вас в этот момент видит. А вы можете, там, например, прибегнуть вообще к такой хитрости, сказать, что у вас болит нога, и попросить мужчину, например, ее помассировать. Вопрос в том, где мы находимся, вопрос в том, насколько вы близки с мужчиной и так далее. Понимаете? Поэтому, что делать, решать вам. Может быть, будет иметь смысл вам, знаете как, вот, например, прийти с мужчиной, допустим, в тот же ресторан, или для этого способа, лучше для этого варианта, лучше всего, чтобы вы были одни. То есть, ну, например, чтобы это было в вашей или в его квартире. Вот, вы пришли к нему, или он к вам, вы в этом платье. Вы уходите в ванную комнату, и в ванной комнате снимается бюстгальтер. И приходите и говорите ему, что вот что-то как мне вот некомфортно было, решила снять. Давит там, больно или, может быть, что-нибудь еще. И вот это, в принципе, то же самое, что вы как бы сказали, то же самое, что вы предлагаете, по сути, только более так целенаправленно, более направлены на него. Это показывает, что вы, с одной стороны, мужчине доверяете, то есть вы там не побежали там одевать другой комплект белья, да, если, например, вы у себя дома. А если у него дома, то вы дали ему понять, что вы как бы, ну, настолько сильно ему доверяете, но только ему, таким образом. То есть понятно, что когда вы пойдете на улицу, вы опять оденете, но пока вы с ним, вы можете побыть без него. Это вот будет одновременно и сексуально, и в то же время даст ему понять, что как бы вы это делаете только для него, а не для всех. Но, еще раз повторю, это мое мнение, мое видение, вот. Также повторю, хотел бы повторить, что, на мой взгляд, это не совсем психологическая проблема, на мой взгляд, скорее привлечение мужчины в пикап. А пикап, как известно, это отдельное направление во взаимоотношениях между людьми, и, на мой взгляд, в психологии это направление не имеет никакого отношения. Тем не менее, вопрос вы задали, я на него ответил, надеюсь, что помог в меру своих сил. Если дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.
Желаю вам всего самого доброго и удачи!